Образ Иоанна Богослова всегда особенно привлекал и притягивал меня. Его красивое лицо с перстами, протянутыми к устам. Здравствуйте, дорогие друзья, и я поздравляю своих зрителей христиан, не только православных, с днем памяти Иоанна Богослова, единственного из 12 апостолов, который умер своей собственной смертью. Кроме того, друзья, именно Иоанну Богослову принадлежит авторство Откровений Апокалипсиса. Что ж, добрый вечер, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что, поделиться новостью. Мэр Москвы Сергей Собянин ободрил москвичей, сказал, соответственно, эрго и россиян, сказал, потерпеть осталось недолго, всего несколько месяцев, а там, глядишь, всех отвакцинируем, и все будет хорошо. Вот, такие вот дела. Одновременно с этим сегодня в театрах, в нескольких московских, включая Ленком, прошли настоящие обыски с участием ОАТИ, Объединенной административно-технической инспекции и полиции. Выявляли лиц старше 65 лет и с ними проводили пока что милостиво профилактические беседы. Идет психологическая война. Это совершенно очевидно, это однозначно. Сегодня с утра многим тысячам пожилых москвичей и школьников, всем был закрыт вход в метро, эти соцкарты заблокированы, и прямо на некоторых станциях шли настоящие баталии, битвы, люди хотели войти в метро. Особенно тяжело пришлось людям лет 60, которые еще не пенсионеры и работают, а им надо попасть на работу, но им закрыт вход в метро. В общем, полный трэш, ад, ужас и коллапс. Вот, Апокалипсис, Иоанн Богослов. Друзья, американские журналисты, просто на открытом сайте, где публикуются спутниковые фотографии, обнаружили в военных аэродромах Азербайджана истребители американского производства F-16, которые принадлежат Турции, совершенно однозначно. Вот, и... Прошу прощения, дождик, октябрьский дождик, влага. И, они отличили по размеру, по форме фюзеляжа, отличили, что это именно F-16. Это не так сложно сделать, это вполне доступно даже журналистам. Вот. И дошло до того, что этот Ильхом Алиев, глава Азербайджана, президент, он же диктатор, они все эти бывшие комсомольцы, такие твари, он прилипчивый, он заявил, что ничего страшного, есть эти истребители. Они просто из-за учений здесь. Напоминаю, месяц назад, друзья мои, за месяц, вернее, до начала войны, Азербайджан и Турция начали совместные учения. Как я уже не один десяток раз говорил, учения такие в современном мире, да и не только в современном, очень часто являются прологом к боевым действиям. Силы просто накапливают амуницию, технику военную, войска для учений. А потом фигак, учения превращаются во что-то еще, как сейчас, в бойню в Нагорном Карабахе. Я говорю слово «бойня», потому что, на мой взгляд, сейчас уже число погибших подтягивается к 1000. Вот. И еще я хочу кое-что сказать, друзья мои. Если журналисты американские могут запросто взять и по размеру, форме фюзеляжа опознать F-16, отличить его, скажем, от Су-30 или Су-27, хотя и у того, схожие формы и так далее, то что уж говорить, либо у нас разведслужбы такие плохие, либо власти Ирафистана прекрасно знали о том, что Турция готовит войну с Арменией. И как это ни прискорбно, но я полагаю, что это так и есть. Вспомните выхлест Маргариты Ибн Симоньян, которая говорила Николу Пашиняну,
что, вот начнется чуть что, будете к России за помощью бежать? И типа рассуждала, достойна ли Армения помощи России. Нормально, ну как бы люди опупевали, вот как она с родной страной. А я не опупеваю, я просто говорю вам сейчас, что она определенно обладала информацией о грядущих событиях. Вот и все. Понимаете? Вот какой ужас. Вот. Что ж, зима будет тяжелой, друзья. Зима будет холодной. Если вы решили провести ее или проводите ее за городом, в деревне, утепляйте дом, конопатьте все щели, готовьте побольше топлива природного. И, друзья, знаете, ну, помогайте друг другу, поддерживайте друг друга, это самое важное. Вот, потому что, ну, поодиночке мы все и вымрем. Мы страна северная, и страна мы общинная. Вот что сделали большевички, а затем мутировавшие в путинцев. Это они разделяли, вот все это столетие разделяли людей, разделяли народ, друг от друга отделяли. Вот, и сейчас мы атомизированы предельно. Собирайтесь, друзья, помогайте друг другу, не бросайте друг друга в беде. Эта зима будет тяжелой. Я вспоминаю, повторюсь, весну этого года, когда вот это была самоизоляция, так называемая. Я приезжал в город и смотрел, как до чрезвычайности изменились лица людей. А сейчас я смотрю на людей, психологическая война подействовала по-настоящему. Психофон современного человека, горожанина, изменился. Вот, люди будут принимать вакцинацию с готовностью, понимаете? Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии по мере вашего желания и возможностей, и будет на то воля ваша, поддержите мой труд. Данные, как это сделать, вы найдете в описании к ролику. Что ж, берегите себя и своих близких, друзья. Не поддавайтесь панике. В то же время, действительно, соблюдайте меры противоэпидемической предосторожности. И еще я хочу сказать кое-что. Дорогие зрители, не сходите с ума ни в коем случае. Повторюсь, сегодня день психического здоровья, я призываю вас сохранять его. Обходите препятствия, не упирайтесь в них лбом. Берегите себя и других людей. Поймите, нас загнали в эту ситуацию, но только нам решать, оставаться нам людьми или становиться скотом. Оставайтесь людьми, сохраняйте человеческое достоинство. Вот я захожу в магазин, тут гастроном, сигарет купить. И вот, знаете, это единственный случай, пожалуй, когда я вот это одеваю себе на подбородок, как бы не выше. Вот. Она превратилась уже во что-то такое. Это уже не медицинский предмет. Это скорее такой атрибут садо-мазо психоигр, которые с нами затеяли и вынудили в которые играть. Я одеваю ее из уважения к продавщице, которая в противном случае оштрафует там на 5000 рублей за то, что она обслужила человека без маски. Помогайте друг другу, и знакомым, и незнакомым. Будьте милосердными и добрыми, и да поможет нам всем Господь Бог. А неверующим пусть помогают космические лучи добра. Вот. Еще раз поздравляю вас с днем Иоанна Богослова, мудрейшего. И это день тяжелый, но этот день, который для многих из нас стал или станет еще откровением. Доброго вечера.